Городской выпускной бал прошел в Хабаровске. Ну, хотя балом современное торжество можно назвать с натяжкой. То, что происходило в Платинум Арене, правильнее было бы именовать вечеринкой. В атмосферу безудержного веселья выпускников погрузилась и наш корреспондент Любовь Краснослободцева. Мы в Платинум Арене погружаемся в выпускной. Подписывайтесь на мой инстаграм, Александрович. Ну ладно, да, так, кого еще? Можно меня? Давайте. Что случилось? Я вам не дам его. Мы хотим сказать то, что выпуск 2019 самый лучший. Особенно 11-й Б, 68-я школа. Хочу передать привет своим родителям, своим братьям, своей первой учительнице, своей последней учительнице и вообще всем. А вы у меня вообще разрешение спросили на приветы? Извините. Медлячок Баста. Да. Вы хотите спеть «Медлячок»? Это так ново. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково. Я только знаю. Представьте, будто бы мы с вами на Грэмми или на Оскаре. Так, от кого у вас платье сегодня? У меня сегодня платье от Dolce & Gabbana. Смотрите, вот платье, повернитесь. Это очень известная фирма, настолько известная, что я не буду ее говорить, потому что вдруг кто захочет купить такое же платье, как у меня. Вы уже больше его никогда не наденете. Ну, вдруг я надену его на другие мероприятия. Как вы думаете, почему черное платье? Это специально, в нем есть смысл. Я храню свой счастливый 11 лет. Да. Ой-ой-ой. А вы точно выпускник? Да. 17 годиков. Ну, вы знаете, я абсолютно не владею фактурой, сколько сегодня здесь выпускников. Но мне кажется, что где-то в районе 2500. А скажите, а вы не знаете, сколько здесь выпускников сегодня? Мы знаем, конечно. 7500. Здесь стимость арены. Выпускников в два раза больше. Вы директор, так. Так, ребятки, ну-ка рассказываем, как вы любите своего директора, быстренько. Самый лучший директор. Да, мы очень его любим. Мы будем скучать по вам очень. Смотрите, кто молчит, тому аттестаты не выдаем, все правильно? Уже выдали, к сожалению. Это зря. Отомстить уже не могу. Мало половин, мало-мало половин. Мы называемся ненормальные, классные руководители у нас странные, и вообще мы на лимузинах приехали. Сколько вас таких? У нас таких 54 выпускника краевого центра образования. Отдавайте детей к нам. У нас здорово. Почти как тюрьма, только кормят лучше. Мы все направляемся на основное поле Платинум Арены. Точнее, не поле, это сегодня зрительный зал. Немножечко в селфи залезли кому-то. Сделал гадость и радость. Это наш ученик. Замечательный мальчик. А Хлопков Никита – один из лучших детей нашей школы. А вам нравится его прическа? Ну, это его стиль. Он учится только на 5. Я думаю, за лето мы отрастим, волосы станем опять темненькими. Но ему хочется немножечко быть неординарным. Началось. Очень важное сейчас и ответственное будет мероприятие. Губернатор Хабаровского края будет награждать лучших выпускников. Если я не ошибаюсь, это те выпускники, которые набрали максимальное количество баллов на едином госэкзамене. Ветошкиной Татьяне Артемовне, гимназия 6. Каримову Руслану Тимуровичу, гимназия 6. Все самое сложное, как нам кажется, позади. Как мне представляется, все самое сложное только начинается. Но тем не менее, нужно радоваться, нужно стремиться и нужно побеждать. Добрый путь! Спасибо! Ну что, официальная часть закончена, подарки вручены, дальше песни, танцы, веселье, но уже без нас. Кстати, праздник закончится на набережной городской. Любовь Краснослободцева, я Василий, большой город.